Детский сад – второй дом для ребенка. Здесь он проводит очень много времени. И немаловажно, какая атмосфера окружает маленького человека. Международный день защиты детей здесь прошел веселый праздник для всех малышей. Сегодня в нашем детском саду замечательный праздник – День защиты детей. Мы поздравляем наших малышей с этим замечательным праздником. Первый день, сегодня лето, много солнца, много света, везде воздушные шары. Нынче праздник детворы. Мы вас, дети, поздравляем, всем вам искренне желаем мира, счастья и добра. Пусть будет жизнь, как игра, и проста, и весела, и радостью озарена. Не гремят пусть взрывы пушек, только лишь взрывы хлопушек. Будет море пусть игрушек, и полно друзей, подружек. Солнышко пусть светит ярко, дарит вам судьба подарки. Исполняются мечты, и цветные снятся сны. Мы дарим нашим детишкам сладкие призы и игрушки. В гости к ребятам пришли веселые клоуны. Они поздравили малышей с праздником. Здравствуй, лето! Ярким солнцем все согрето! Здравствуй, белая ромашка! Здравствуй, розовая кашка! Здравствуй, летняя листва! У нас сегодня праздник, детвора! Затем ребята разошлись по площадкам. Вместе с клоунами мальчики и девочки разгадывали загадки, играли в паровозик, рисовали на асфальте, занимались интересными и полезными делами. Никого не оставило равнодушным воздушные пузыри и конкурсное задание. А как плывешь? Вот так! Как бежишь? Вот так! А как шалишь? А как грустишь? Вот так. А как грозишь? Вот так. Праздник получился веселым и интересным. Стал отличным дополнением к веселому настроению детей и взрослых. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.